Ко мне мой маленький, мой сладенький, мой любимый... О, нож! Всем привет, ребята, Кент на проводе, и вы не поверите, прямо сейчас, в эту секунду, каждый из вас может получить 1000 БС голды. Чтобы, ребят, ее получить, вам необходимо, первое, поставить лайк, второе, вам необходимо написать хороший комментарий, и третье, вам, ребят, необходимо быть подписчиком моего канала. Все предельно просто, лайк, комментарий и подписка на мой канал. Ну что же, а мы начинаем смотреть это крутое видео. Поехали! Привет всем, ребята, Кента пока на проводе. И у нас очень давно не было открытия кейса. Вы меня, ребята, очень сильно просили, и я, ребята, все-таки решился. Мы сегодня откроем 7 секретных кейсов. И, возможно, мне повезет, и, черт возьми, мне выпадет крутой секретный нож. Ребята, чтобы вы понимали, я играю на регионе Европа, потому что говорят, что именно на регионе Европа выпадают секретные ножи. Поэтому, ребята, пожалуйста, пожелайте мне удачи. Вот прям сейчас поставьте видео на паузу и напишите в комментариях снизу, мол, Кент и ПК, я тебе желаю good knife, Кент и ПК, я тебе желаю керамбит, тычковые ножи и тому подобное. Фух, ребят, немножко волнуюсь, потому что я очень давно не открывал кейсы. Прям очень-очень давно. Ну что же, поехали. Я открываю первый секретный кейс. Надеюсь, вы все поставили лайк, подписались и написали хорошие комментарии. Фух, поехали. За вас. Давайте, ребят. Очень сильно надеюсь, что выпадет что-то хорошее. Пожалуйста, нож, нож, прошу, прошу, падай ко мне, мой маленький, мой сладенький, мой любимый. О, нож! Блин, ребят, вы видели, слева был нож. Капец, вот это было обидно. Блин, ребята, я был так рядом. Слева, буквально на соседнем слоте, был нож. Слушайте, меня это немножко огорчает. Ну ничего, ребят, сейчас будет попыточка номер 2. Фух, я готов. Все, ребят, давайте, ни пуха, ни пера, поехали. Вот просто, ребят, просто поехали. Фух, давайте. Керамбитик, керамбитик, тычки. Тычки или керамбит. Прям очень сильно хочу. Или флипнайф было бы классно. Но, ребята, мне выпадает, конечно же, мне выпадает дробовик лайм. Класс, зашибись, что сказать. Ребят, радует только одно, то, что раньше данного скина у меня не было. И все, только один плюс. Блин, ну все равно обидно. Я хотел что-то получше. Черт возьми. Ну ничего, ребята, у меня еще все впереди. Все, ребят. Вот по-любому должен выбить good knife. Или тычки. Ну или хоть какой-то нож. Ребят, хотя бы какой-то нож хочу выбить. Ладно, поехали. Так, видел нож. Видел нож. Хорошая примета. Блин. Да блин, ребят. Это просто капец. Ну, кстати, смотрите, мне выпал скин на Дигл, которого раньше у меня не было. А вот это уже плюс. Вот знаете, вроде бы выпал и не нож, но, ребят, блин, у меня раньше не было этого скина. Слушайте, это прикольно. Да и тем более на Firestat. Ну, в принципе, ребят, уже неплохо. Я доволен, уже неплохо. Кстати, знаете что? А давайте-ка мы попробуем поменять регион. А мало ли, ребят, а мало ли мне повезет. Я вот просто возьму, поменяю регион на Южную Корею. Говорят, что на этом регионе тоже очень сильно везет. Все, ребят, поехали. Фух. Так, у нас осталось ровно 4 попытки. Все, ребят, держите за меня кулачки. Фух, поехали. Пожалуйста, пожалуйста, чё-то хорошее, чё-то хорошее, чё-то хорошее. Южная Корея, не подведи. Пожалуйста. Моя маленькая, моя сладенькая, Южная Корея. Нет, 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 и дальше, дальше, нет. Это провал, выпала УЗИшка. И, к сожалению, данная УЗИшка у меня уже была. Блин, ребят, это неприятно. Фу, блин, печаль, беда, я расстроен, ребят, я расстроен. Капец. Блин. Фу, блин. А давайте попробуем опять поменять регион. Ну, а мало ли, ребят, мало ли, я опять поменяю регион, окей. Я поменяю на Индию. А вдруг мне повезет? Ну, мало ли, ребят, мало ли повезет. Ой, блин, не туда зашел, я извиняюсь. Фух. Просто, ребят, поехали. Просто без комментариев, поехали. Пожалуйста, пожалуйста, керамбитик. Опа, видел нож, видел нож. Хорошая примета. Ай-яй-яй, пожалуйста, пожалуйста, нож, 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 нож. Нет. Ребят, мне выпадает скин Вамиса. Кстати, небольшой лайфхак. Если мы прочитаем название данного скина задом наперед, то выйдет
А что выйдет, ребят, напишите снизу в комментариях. Вот кто понял, в чем фишка, напишите, ребят, снизу в комментариях. Давайте-ка мы опять поменяем регион, ребят. Опять поменяем. Была не была, знаете. А вдруг повезет? У нас осталось ровно 2 попытки. Но если выпадет повторка, то 3. Но пока что только 2. Блин, ребят, очень мало попыток. Давайте. Давайте США. Пожалуйста, Америка, не подведи, прошу тебя. Блин, опять я не туда нажал. Ребят, вот эти рак. Хэштег Кент рак. Так, кейсы, скины. Все, ребят, давайте. Ни пуху, ни пера, как говорится. Пора открывать секретный кейс. Поехали. Так, что же мне выпадет? Ой-ой, видел 2 ножа, 2 на... О, тычки! Народ, тычки выпали! Ну, ладно, почти выпали. Ладно, они просто пролетели. Ладно, они не выпали. Блин. Блин, я в дерьме. Вы скажете, почему я доволен? Я доволен, потому что я хотя бы увидел тычки. Это уже хорошо. Ай, блин, я был так близок, ребята, вы бы знали. Так, и у нас остается ровно последняя попытка. И давайте мы опять поменяем регион. Вот просто опять поменяем регион. Вдруг, мало ли, ребят, последняя попытка. Давайте вот сейчас, вот прямо сейчас поставьте видео на паузу. И напишите снизу в комментариях хэштег Кент Топ. Ребят, пожалуйста, нужна ваша поддержка. Просто напишите хэштег Кент Топ. Очень сильно надеюсь именно на вас. Так, выбираю регион. А давайте-ка я выберу Россию. Нашу родную Россию. Ну, правда, я с Украины, но все равно, ребят. Выберем регион Россия. А вдруг нам повезет, мало ли, да? Фух, ребят. Просто поехали. Это наш последний шанс. Пожалуйста. Россия, не подведи. О, фальш он видел. О, байонет видел. Блин, мне выпал дигл. Черт возьми, ребят, выпал дигл. И самое обидное, у меня 93 голды. Ладно бы дало 18 голды, чтобы у меня было ровно 100. Блин, ребят, это обидно. Давайте, была не была, открою легендарный, поехали. Фух, давайте. А вот это уже точно последняя попытка. Ну-ну-ну, пожалуйста, мой маленький ножик. Какой-то хороший, какой-то фальш. Он, не знаю, чуть-чуть, какой-то хороший нож хочу. Алло. Капец, мне выпала какая-то палка для бабушек, вот это. Ё-моё, кроубар, какой-то лом выпал. Ребята, это полный лаж, у меня с такой палочкой бабушка ходит. Ой, ладно, все, чё-то расстроили меня сегодня кейсы. Но, ребята, если мы наберем много лайков, то ваш Кент ПК снимет продолжение. Так что, ребята, давайте ставим много лайков, пишем в комментариях хэштег КентТоп и типа Кент сними продолжение. И подписывайтесь на мой канал, это я, Кент ПК. Все, ребята, всех люблю, всем бобра добра и всем пока. Пока-пока.